Прежде чем высказать эту мысль здесь в видео, я ее прогнал у себя в соцсетях. И надо сказать, что, конечно, холодает, но градус накала страстей, он лишь повышается. Я имею в виду, конечно же, онлайн. Был у меня не так давно выпуск с прекрасной девушкой Марией Евневич. Она является совладелицей крупного бизнеса, это сеть компании Максидом, точнее, сеть магазинов Максидом. И там были дивные комментарии. И после этого был еще ряд событий, точнее, одно было до, другое после. Одно – это экскурсия, которую проводил во время митингов Навального. И надо сказать, что выяснилось, мы после экскурсии тогда ходили постоянно во всякие бары и кафе, и, соответственно, у нас был такой кружок ватников-центристов, как мы его называли, и беседовали на разные интересующие нас темы. Выяснилось вдруг, что среди тех, кто был в тот момент в баре, есть человек, у которого есть знакомый, который в этот момент как раз маршировал по Марсову полю. И он с ним созвонился, и, в общем-то, уже на излете наших посиделок зашел довольно симпатичный молодой парень. Мы, естественно, стали задавать ему вопросы, ну, так, по-доброму. Он стал объяснять, почему он туда ходит. Мотивация была предельно понятной. Там коррупция, маленькие зарплаты, там пенсии бабушек, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это все понятно. Но финальный аккорд, честно говоря, вот меня поразил, потому что хорошо, что я сидел. Ибо он сказал: вы знаете, ну, парни, ну вот вы вот все взрослые, а я молодой, у вас все есть, а у меня ничего нет. И это, конечно, поразительная мысль. А еще недавно я тоже тут водил экскурсию по Опрашке, кстати, очень интересно у нас такое место в Питере. Кстати, вот там вот на заднем фоне, если вы видите, вот эта башня, которая сейчас в лесах, это вообще-то башня той самой полицейской части, куда господин Раскольников ходил на допрос. Так вот, водил эту экскурсию, и после мы сели там с добрыми знакомыми из левого движения, со Station Marks, и вот они там при нас обсуждали всевозможные темы. Это было очень забавно, потому что там шла речь про пролетариат, как к нему заходить, как с ним общаться. Мне, как, в общем-то, человеку, который сам из этого пролетариата вышел, но сейчас я об этом буду рассказывать, было забавно. А еще более забавно было слушать это все подруге, которая сидела напротив, которая вернулась, точнее, сбежала из Донецка в Петербург. И для нее вот эти все, знаете, вот проблемы, они вообще не проблемы. То есть вот насколько, как бы, разное восприятие мира у людей в зависимости от их ситуации. То есть человек может с айфона строчить какие-то гневные посты оппозиционные, а другому, не знаю, там, нечего жрать в какой-нибудь халупе. И в этой связи, соответственно, у меня просто есть, ну, моя личная история на эту тему. Дело в том, что ну, так уж получается, что некоторые из этих историй связаны с женским полом. Одна из них случилась как раз вот на исходе святых 90-х, в начале нулевых, когда страна, в общем-то, более-менее оправлялась, но не оправлялся я. То есть мне реально нечего было жрать периодически. И один раз ко мне приехала моя знакомая Рита, я жил в центре города, и она сказала, что: ты знаешь, Перец, у меня проблема. Я говорю: какая? Говорит: меня мама дала в институт, ну, студентка была, соответственно, обед, я его не съел. Если я приеду и отдам его, мне влетит. Что делать? Спасай меня. Я ее спас, я сожрал этот обед. Потому что с утра я попил чаю, днем я скушал, по-моему, булочку. И, в общем-то, это был весь мой рацион. А затем я переехал с Маховой на Литейный. И там жил в комнате, где до этого умер бомж. Там проводилась аж дезинфекция просто после него. Но мне эту вот комнату выделили. Это отдельная история. Я тут, кстати, я наметил экскурсию по Литейному проспекту, покажу этот дом, где я жил, в этой совершенно потрясающей коммунальной квартире. Это не значит, что я вожу экскурсии по памятным своим местам, там рядом, в общем-то, и Некрасов, и Есенин, и Ахматов, и все такое прочее. Нет, это так уж совпало.
Вот. И я спал на полу. У меня был такой тонкий-тонкий матрас, потому что это все, что у меня, вся моя мебель, которую я мог себе позволить. Ну и ко мне там приходила какая-то очередная пассия, и она в какой-то момент сказала: ты знаешь, я к тебе больше не приду, потому что у меня после определенных экзерсиций болит спина. А когда ты юный молод, и тебе хочется оплодотворять все, что движется каждую ночь, тебе, конечно, такие заявления очень не в кайф. Поэтому я наскреб вот все свои сбережения, пошел в ту же самую опрашку и купил матрас. Такой абсолютно ублюдский какой-то, он был такой голубой, какие-то желтые цветочки, ну, самый дешевый, какой нашел, но он был потолще. Я вот эти два матраса думал сложить, и будет нормально. И, в общем-то, в итоге было ничего. Иду я, значит, с этим матрасом под мышкой. И вот как сейчас я помню, я стою на площади перед цирком, и достаю, у меня мелочь в кармане. Я вот эту мелочь считаю и понимаю, что все вот это как бы вот мне на вечер напожрать, а что тут завтра вообще будет происходить, я вообще не в курсе. И мимо идет бабушка, такая натренированным взглядом смотрит на меня и говорит: ой, милок, какой ты, значит, молодец, вот, купил матрасик новый, с обновочкой тебя, а вот бабушке на хлебушек не поможешь. И я, значит, тут стою, у меня в одной руке матрас, в другой эти деньги. Вы даже, ну, как бы, я не тот человек, который вот видит бабушку и сразу бросается ей давать деньги. Ну, то есть я как бы в адеквате, иногда даю в определенных ситуациях, а иногда не даю, потому что мне, в общем-то, и самого, и жизнь. А всем бабушкам не поможешь, точно так же, как не поможешь всем голодающим детям, всем там, не знаю, больным раком и так далее. Но при этом я понимал, что если я сейчас эти деньги уберу в карман при ней, я, конечно, буду выглядеть как полный ублюдок, это раз. Во-вторых, что я понял, что, в принципе, это уже не важно. То есть, как бы, буду я иметь эту мелочь сегодня или не буду, ну, то есть, погода это никакой не сделает. Поэтому я это все сыпал, остался без гроша. И потом у меня было еще несколько ситуаций, когда я остался без гроша. Одна, причем, была до этого, это был на Маховой, потому что там я жил во флигеле, где не было подвала. Там скрываешь пол, и там крысы бегают. Я тоже там вожу иногда экскурсии, показываю этот флигель. Люди, конечно, в ауте от такой манеры строительства. Но вот это была такой капитализм революционный, то есть лишь бы построить. Кстати, флигель стоит до сих пор и не развалился, к вопросу, да. Ну и, соответственно, там крысы бегали. С крысами у меня там отдельные истории есть замечательные. Ну, пользуясь случаем, не могу не рассказать, раз уж прошла такая эпоха баек. Значит, сплю я тоже, естественно, на полу, опять-таки кровати нету, с подругой с какой-то. И она такая мне ночью такая толкает, говорит: что-то там скребется. А я так спать хотел, просто дико я устал, ну, плюс там еще понятно что было вечером с ней. И я из просонья так, чтобы она отвалилась, мне говорит: да ты не это, не парься, это крыса. Я больше не спал ни минуты, потому что она вскочила, завизжала, вот, и мне приходилось бдеть ее, охранять от этой крысы до самого утра, пока она опять-таки не собралась, не уехала в свой универ. Против крыс было одно единственное средство спасения – это кошки. Вот. И была у меня там одна кошечка, очень милая, черненькая, как сейчас помню. Крыс ловила, просто вот дверцу открываешь там в шкафчик, и она такая чпух, и все, у нее крыса в зубах. Ты даже вообще не успел понять, что произошло. Вот она заболела, я понес ее к ветеринару за цирком, там как раз клиника, и отдал все вообще деньги, какие у меня только были, а кошка все равно умерла. Было плохо, я плакал. Потом у меня умерла бабушка, мы приехали ее хоронить в крематорий. Надо бы там было... Это он самый, да. Как раз записываю то самое. Здорово. Ходи ко мне в гости, посмотри, что я сейчас сделаю. А где ты живешь? Как раз подъехал человек с той самой эпохи. Не виделись примерно столько же времени. Так вот, приехали мы бабушку в крематории провожать последний путь. Ну и, собственно, там гости, там, значит, службу мама мне заказала, нужны свечки. Я пошел, купил там, не знаю, 10 свечек. Мама говорит: что так мало, надо всем по свечке. Я пошел и выгреб все, потому что там свечки стоили каких-то адовых денег. То есть, как бы, тоже вот ситуация, когда я остался без копья. Ну и, в общем, у меня были такие ситуации, когда у меня вот реально, ну, у меня не было денег, и я не знал, что я буду жрать завтра. При этом надо сказать, что я не отчаивался, ну, как бы, все-таки дело молодое, наживное. И поскольку я по первой профессии столяр-краснодеревщик, то я работал там и на стройках на всяких.
и в мастерской, и всякие кухни делал. А потом я переехал в центр жить. И надо сказать, что до того места, где я работал на стройке, я должен был ездить на другой конец города. А рядом была опрашка, где была возможность устроиться продавцом кроссовок. И ходить туда можно было пешком, а деньги были примерно одинаковые. Собственно, я отработал 2 года в опрашке, продавал кроссовки. А вокруг вот все люди, с которыми я общался, ну, большинство, они... часть из них вели совершенно иной образ жизни. Они там тусовались по ночам, они ездили на своих машинах. Тогда девятка — это был просто, знаете, шик и блеск. Я помню, что у меня была подруга со своей квартирой на Ломоносовской станции метро, и я смотрел на нее просто как на царицу ночи, потому что, более того, она у нее была еще двухкомнатная вдобавок. Ну и вот единственное, что поскольку она тусовалась очень активно, то она очень активно и торчала, на чем мы с ней и разошлись, потому что я как раз тогда вот это все straight edge, ЗОЖ и так далее переломался очень жестко. И вот если брать ту же самую замечательную Марию, она постоянно там ездила по всяким сграницам, у нее был богатый папа, она каталась на сноуборде, а я тогда только-только начал заниматься журналистикой, у меня первая зарплата была $150, которую я еще и не всегда получал, и, в общем-то, я был в полном пролете, и... Какие чувства я испытывал? Завидовал ли я, допустим, той же самой Маше? Да, я ей завидовал очень сильно. Хотел ли я, как вот некоторые комментаторы писали, посадить ее на кол, убить, там, отнять у нее все, потому что это все нажито непосильным трудом, но при этом нечестным? Нет, я этого не желал. Я не желал это по той причине, во-первых, потому что у нее были чудесные сиськи, а во-вторых, я прекрасно понимал, что это не путь решения проблемы, что это, может быть, индикатор того, куда надо двигаться дальше. Соответственно, если у меня чего-то нет, может быть, мне надо как-то пересилить себя, достигнуть чего-то, потому что ситуация, когда кто-то богаче, чем ты, она была, есть и будет всегда. Ну, об этом вся, я не знаю, мировая литература, весь мировой кинематограф и вся, в общем-то, история нашего человечества, она на этом завязана. Поэтому мне пришлось сделать определенные усилия. Первое, что я понял, это что мне нужно выучить английский язык. Я его не знал. Ну, то есть я там мог сказать «My name is Паша». У меня есть отдельный блог, на самом деле, как я выучил английский язык. Мне иногда спрашивают, я помещу там ссылку под этим видео, кому интересно, посмотреть. Он уже старый. Я его записывал в своей еще предыдущей машине, на самом деле. Учить английский пришлось, вот знаете, очень долго и упорно. То есть у меня на это ушло где-то 7 лет, реально. Причем без отрыва от производства я работал и учил этот самый английский. Ради этого пришлось пожертвовать некоторыми вещами. Например, вот постоянно, когда я особенно вот рубрику «Россия. Чужой взгляд» там активно развивал, меня спрашивали, а почему вот вы, Павел, не освещаете образ русских в компьютерных играх? Дело в том, что я не играл никогда в компьютерные игры, не потому что мне не хочется, мне очень хочется поиграть в компьютерные игры, поверьте. У меня не было на это времени. То есть я понимал, что вот вокруг все играют в компьютерные игры, а у меня такой возможности нет, потому что я учу английский. Если я буду играть в компьютерные игры, я не знаю, выучу английский. Ну, то есть все очень просто. Бухалова я завязал очень вовремя еще по той самой причине, потому что я в какой-то момент понял, что оно бы мне просто опять-таки тупо мешало бы. Ну, то есть на это уходит время, силы, и особенно с утра тебе плохо, то есть у тебя падает работоспособность. Соответственно, бухач, он мешает. Но опять-таки я видел, что большинство людей вокруг меня это совершенно не волнует. То есть они жили очень хорошо, они вот резались во всякие замечательные игрульки, они пили пивасик при этом, и им было зашибись. А я вот сидел, учил английский язык. Потом я после английского начал учить французский. Французский пошел несколько легче, потому что там более-менее одинаковые грамматические конструкции, да, слова похожи, произношение отличается, а так, в общем-то, примерно все то же самое. Ходил во французский институт, потом даже поступил в французский колледж, но это отдельная история, я там отучился один семестр и не стал дальше учиться, потому что мне, в отличие от всех девочек, которые там учились, не интересовала учеба во Франции, и мне интересовало именно получение второго высшего образования исторического, а это можно было сделать, потому что это был колледж, аккредитованный при Министерстве иностранных дел Франции.
соответственно, освоил французский. Дальше я, живя в центре, я понял, что я ничего не знаю про историю родного города. Ну, вот вообще ничего. А история моего родного города, она связана с историей моей родной страны. Ну, так уж получилось. Особенно касательно там, последних там, 3 веков. Соответственно, надо было читать книжки. Книжек надо было читать неимоверное количество. Для этого надо было перестать смотреть телевизор. Потому что он отвлекал. И реально у меня был такой старый телевизор в этой квартире на Маховой. Опять-таки, ну, я на помойке нашел, он работал, я привел к домой. И в какой-то момент я на него повесил листок, приклеил прямо А4 лист, ну, чтобы его даже не включать. Потому что иначе как бы я бы ничего бы не успевал. То есть вот такими исключениями и определенными жертвами, ну, не очень надо сказать, может быть, глобальными, но тем не менее, я добился того, что у меня появился какой-то лимит времени определенный, который я мог тратить на вот эти вещи. И к чему это в итоге привело? Это привело к тому, что я, помимо того, что я продолжал работать и журналистом, и главным редактором, потом вот СММ занимался 8 лет, возглавлял там департамент в рекламном агентстве, в крупном интернет-агентстве, я начал вот водить экскурсии, потом повез одну группу в Париж, вторую, третью, пятую, сейчас вот в январе 6-ю повезу, вот в Берлин теперь везу группу, рассматриваю там вариант уже теперь с Веной, с Барселоной и так далее. Не зная иностранных языков, я бы ничего этого не смог сделать. При этом очень часто ты сталкиваешься с таким мнением, что интеллектуальный труд – это вот как хером по столу поводил, и все нормально. На самом деле, я вам как на духу скажу, иногда устаешь очень адски. Ну, просто ты идешь и смотришь на дворника, который метлой метет асфальт, и думаешь, если бы за это платили нормально, вот не думая бы просто, вот год бы отработал бы дворником, потому что у тебя нет ответственности никакой абсолютно, у тебя... ТЗ, вот, как вытянутый палец, подмести улицу от сих до сих, вынести там мусор, там зимой сколоть лед и так далее. То есть у тебя все четко и понятно. Тебе не нужно как бы ни о чем думать, тебе не нужно ничего изобретать каждый раз, как это приходится мне, потому что свои маршруты я вожу не по методичке. Я их придумываю сам, я их верчу, кручу каждый год, я их меняю как бы, потому что мне самому хочется, чтобы мне было интересно их водить. И так далее. Я постоянно мотаюсь между городами, я живу в Сапсане, и, в общем-то, иногда это, честно говоря, затрахивает. И после этого тебе какой-нибудь офисный работник пишет: иди работай на завод. Иди ты сам работай на завод, а? Как бы я был там, мне не понравилось, понимаешь, в чем дело, молодой человек. Я постоял у станка и понял, что я хочу, ну, как-то по-другому свою жизнь делать, но параллельно я понял, что... Для того, чтобы ее сделать, нужно какие-то усилия предпринимать, более того, какие-то сверхусилия. И именно в этом и есть основа той самой ненавидимой многими капиталистической системы. Она заключается в том, что для того, чтобы добиться успеха, тебе нужно очень много работать. Ну, просто дохрена работать, что-то делать и так далее. Да, есть счастливые истории. Есть, вот вы смотрите за углом, а там, в Москве особенно, да, там Вася садится в какой-нибудь большой-большой автомобиль и уезжает. Ты понимаешь, что Вася, он просто сын какого-нибудь олигарха, который... Не знаю, как вот у меня знакомая рассказывала замечательную историю. У нее, значит, владелец бизнес-центра, в котором она там работает, он в свое время вообще работал в колхозе, понатырил земель, продал их, вот теперь у него там один из крупнейших бизнес-центров. И он все время вот волнуется, придет Путин, отнимет как бы у нее землю. Ну, пусть волнуется дальше, и таких очень много. Но дело в том, что... Проблема-то не в них. У нас очень часто чувство социальной справедливости подменяется завистью, элементарной завистью к чужим деньгам. То есть всем кажется, что вот если мы у них вот это отнимем и как-то очень грамотным образом распределим, мне всегда возникает вопрос, кто это будет распределять, как, это, конечно же, честно произойдет, естественно, да, ну человек же не устроен таким образом, что он кого-то обманет, ну, меня же никогда не обманывали, вас же ведь никто никогда не обманывал, да. И вот все заиграет красками, а красками и другими все заиграет на самом деле тогда, когда люди, они задумываются не о том, как бы отнять, а о том,
чтобы с собой сделать, чтобы сделать со своей собственной жизнью для того, чтобы достичь, ну, может быть, не такого, потому что я никогда не смогу жить как та же самая Маша, потому что я не бизнесмен. Бизнес – это что-то такое, что ты можешь сделать, и оно вот само по себе работает, а я себя не могу как бы масштабировать, к сожалению. Поэтому мне приходится вот самому крутиться, вертеться. Вот. Что мне нужно сделать в моей жизни для того, чтобы она изменилась? Таким вопросом никто не задается. Ну, никто, я, конечно, извините, утрирую, но мало кто задается. Все хотят уповать на что-то, все хотят уповать на государство. И на самом деле у меня тут был выпуск про то, как СОК победил СССР, и я понял, что есть еще огромное количество аспектов, про которые я не сказал, и про которые сейчас вот молодое поколение, которое там мне иногда пишут люди, и я им задаю вопросы, там, не знаю, 90 какого-нибудь года рождения, и они мне присылают ссылки на видео и говорят: посмотри, вот там есть ссылки на источники. Говорю: да что мне смотреть-то, я помню это сам. Ну вот, как бы, я еще застал этот хвост замечательный, этого замечательного государства. Мне кому верить? Мне верить ссылкам или мне верить своим глазам, своим ушам? Вот все, что я сам видел. Или ты мне предлагаешь как бы что-то другое. Поэтому все эти поползновения в сторону передела там собственности, они понятны. Они были, есть и будут. Всем всегда будет хотеться изъять то, что принадлежит. Я уж не помню, что там по статистике, сколько там, какому проценту людей принадлежит там максимальное количество богатств. Там, 2-3, а остальные там в анусе, да, вот отнять у них и перераспределить. Опыт исторически показывает, что как только начинается это перераспределение, оно перераспределяется, мягко говоря, неравномерно, да, то есть меняется цвет, меняется структура, а суть остается. Всегда были те, кого там группа ДДТ назвала, Шевчук, у него была замечательная песня «Мальчики-мажоры», да, про замечательное советское время. Вот эти «Мальчики-мажоры», они были, есть и будут всегда. При любых системах, при любых обстоятельствах их всегда будут ненавидеть, всегда будут хотеть изъять у них там эти ведомственные «Волги» или «Мерседесы», или «Бентли» и «Геленвагены» и так далее. Но это паллиатив, то есть это решение проблемы очень кратковременное, а потом выяснится, что ты это действие произвел, но сам ты ничего не можешь сделать. Сам ты не можешь пересилить себя, сам ты не можешь чем-то пожертвовать своей жизни для того, чтобы что-то забиться. Я бы очень хотел обратить ваше внимание на то, что это не монолог такого коуча или бизнес-тренера, да, типа вы должны покинуть зону комфорта и, я не знаю, побежать ко мне на мастер-классы и платить мне бабки за то, что я вас обучу успеху жизни. Я такой херню не занимаюсь и никогда на нее не ходил, хотя меня постоянно туда посылали на всех работах. Я посетил там 2 бизнес-тренинга и все про это понял. И потом я просто говорил: нет, я не пойду. И с этим никто ничего не мог сделать. Ну, то есть, как на меня смотрели косо, я сказал: нет, я не буду в этом участвовать. Нет, речь совершенно о другом. Речь о том, что если у меня есть мой личный пример, а я, понимаете, я сын простых людей. У меня папа железнодорожник, мама проработала там, печатала машинки на одном предприятии. Вот почему-то я смог что-то со своей жизнью сделать, да, находясь в полной вообще жопе, а другой человек не может. Да, мне скажут, что, может быть, я не знаю, у меня там какая-то другая конституция характера и так далее. Так она менялась с годами. Мне приходилось много чего делать. Мне приходилось там бросать бухать, бросать там всякую легкую наркоту. Мне приходилось там начинать заниматься спортом. Потом мне приходилось бороться там со всякими болячками, и это продолжается до сих пор. И приучать себя не ныть по этому поводу. Хотя очень хочется иногда пойти кому-нибудь поныть. Но я этим не занимаюсь, хотя некоторые рассматривают мои монологи как нытье. Ну, друзья мои, вы, мне кажется, настоящего нытья не слышали. И вот когда после всего этого ты сидишь в кафе, и твои знакомые из левого движения рассказывают про какого-то мальчика, который живет в Москве, у него зарплата 50 тысяч, он ходит протестовать, потому что он понимает, что он на эти 50 тысяч не может нормально жить. Мне хочется найти этого мальчика и сказать: мальчик, ты не
как бы вот часом. Ну да, в Москве дорогое жилье, но если ты готов, например, жить в комнате, в коммунальной квартире, то в принципе ты можешь даже не в жопе ее снять, и у тебя будут еще оставаться деньги на то, чтобы уж точно не сдохнуть с голода. Да, может быть, у тебя не будет последнего айфона. Да, может быть, ты не будешь одеваться в шмотки в какие-то дорогущие. Ну так извини меня, вот я на себя вообще... У меня самая дорогая одежда из того, что я ношу, это кроссовки New Balance, которые мне, как правило, привозят из Штатов, и поэтому она не самая дорогая, потому что там они стоят, ну их там можно купить там за 45-60 баксов реально. Сравните, сколько они стоят у нас. И это кроссовки с фабрики, правда, я уже говорил, что когда я туда пришел, это в Бостоне, да, там магазин при фабрике, я беру кроссы, там написано «Made in Taiwan». Для меня это был, конечно, величайший шок, я понял, что я ничего не понимаю, то есть в этой жизни абсолютно, то есть какой смысл в этом всем, но неважно. Но тем не менее, получая полтос, можно жить. У меня не было такого старта в годы моей молодости, у меня не было ни полтос, у меня не было вообще ничего, ну вот, абсолютно. При этом, как бы, мне еще приходилось там отстегивать деньги родителям, и я продолжаю заниматься этим до сих пор. Но мальчик не может нормально жить, потому что был высказан аргумент, он не может, например, путешествовать. Я первый раз выехал за границу вообще, находясь в глубоко взрослом возрасте, потому что, ну, я не мог себе этого позволить никак и ни почему. А сейчас я выезжаю за границу уже иногда, ну, не то чтобы по принуждению, а по призванию. И парадокс заключается в том, что для меня, например, Париж уже стал, ну, таким купчино. Я туда еду как себе домой. Я знаю, где я там буду ходить в бассейн, я знаю, где я там буду висеть на турниках, я знаю, где я там буду есть, как я там буду передвигаться по городу, я беру туда свой велосипед и так далее. Я туда вожу экскурсионную группу, и для меня это уже, ну, не столько отдых, сколько работа. Хотя вот в этот раз я решил наконец сделать себе праздник и съездить в два города, Реймс и Руан, взять себе два дополнительных дня. Поэтому как поменялся уровень протестных настроений? То есть у нас есть социальные работники. Вот у меня было интервью с нашей хирургиней Оксаной. Для нее 50 тысяч рублей – это прекрасная зарплата. И чтобы ее зарабатывать, ей нужно крутиться и вертеться, как куш на сковородке. При этом, вы можете посмотреть это интервью, мы выяснили, что работники социальной сферы, врачи, например, они практически лишены права выйти на забастовку, потому что это чревато. И вот чем, по идее, должно заниматься это самое протестное движение? Оно должно выводить на улицу, прежде всего, работников социальной сферы. Если мы говорим про так называемый мифический пролетариат, чему ему нужно обучать? Как вообще должна строиться работа? Вот до революции были так называемые рабочие кружки. Туда ходили, обучали их всему, чему попало, там от географии до математики, но параллельно им там пропагандировали всевозможные революционные идеи. Сейчас, на мой взгляд, если вы хотите реально заниматься рабочим вопросом, обучайте их рекламе, СММ и все такое прочее, для того, чтобы они понимали, как вообще коммуникация существует в современности, как нужно объединяться онлайн для того, чтобы это потом притворялось офлайн. Кто этим занимается в настоящий момент? Одна какая-то говорильня. На вопрос, типа, перед сам займись, я не займусь, мне этого не нужно. Ну, то есть я мелкобуржуазная амеба, я занимаюсь своей жизнью. И если кому-то кажется, что я должен бежать на танке с красным флагом, мне достаточно примера государства Украина. Там все понятно, все как по методичке, все как по тому историческому опыту, который был уже в нашей стране и не раз. Соответственно, дорогие друзья, если у вас стоит аватар со Сталиным, Лениным, скорее всего, вы мудак. Ну, это просто медицинский факт. Если у вас стоит аватар с надписью «Путин говно», скорее всего, вы мудак. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Возможно, вы прекрасный человек, и, возможно, вы так вот видите свою жизнь, что посредством таких действий вы что-то поменяете, не поменяв при этом ничего в своей собственной жизни. Но не надо мне рассказывать, понимаете, что вот эту вот проклятую Марию Евневич надо на кол посадить. Это говорит о сексуальной неудовлетворенности вашей, прежде всего, потому что завидно, что какая-то баба, которая умная, успешная, которая знает гораздо больше, чем вы, которая преподает и делает это гораздо профессиональнее, чем вы, которая может делать то, чего вы никогда в жизни не сделаете, потому что у нее есть мозги, амбиции,
и желание что-то в этой жизни менять. И это вызывает у вас фрустрацию, которая порождает вот эти абсолютно обезьяньи комментарии про то, что надо там ее убить. Я с удовольствием почитаю, что вы напишете. Я более того, ну, опять-таки, по постам ВКонтакте, Фейсбуке, даже в Инстаграме, то есть предполагаю, какая может быть реакция. И это нормально, опять-таки, вы можете быть не согласны со мной, вы можете быть со мной согласны, и это нормально. Я уже миллион раз вам объяснял, что быть не согласным с чем-то – это нормально. Быть согласным сегодня с каким-то тезисом, который человек высказывает, и быть не согласным завтра с другим его тезисом, который он высказывает. И это тоже нормально, потому что такова жизнь. В частности, вы можете обсудить это на моих мероприятиях. Я не знаю, как пойдет дело, но, судя по всему, возможно, вот у меня последняя гастроль в Москве. Знаете, есть такая манера объявлять последний концерт или там последний концертный тур там Аллы Пугачевой и так далее. Я уж не буду так говорить, но хрен знает. То есть я потом уеду в Берлин, и в ноябре, я уж не знаю, буду ли я водить экскурсии по Москве, но тем не менее, вот 11 октября у нас будет в пятницу от Масонов до Кропоткина, мы пойдем от Гоголевского бульвара до Садового кольца, и 12 октября Меньшикова башня, чертовщина в действии, мы пойдем от Чистых прудов туда, к Лубянке и обратно по Мерзляковскому переулку. Я расскажу еще заодно про революцию 905-917 годов, как брали телефонную станцию. А в Петербурге у нас будет, соответственно, 13 воскресенье, проходные дворы Пушкин, Теракт и Пирожки. Мы будем гулять по довольно чистым проходным дворам между Большой Конюшиной и Мойкой. Покажу знаменитую капельницу на Большой Конюшине, расскажу там про все теракты, которые были на Дворцовой и в окрестностях. 18 октября у нас будет пропаганда на Литейном. Это Некрасов, Есенин, Ахматова. Там есть памятник, который никто никогда не замечает. Некрасову в рамках ленинского плана монументальной пропаганды установленный. И 20 октября будет экскурсия дневная. Да, кстати, 18 это будет пятница. Хочу обратить ваше внимание, не среда, как обычно. 20 мы начнем у мраморного, малого мраморного дворца, где жила Катенька Долгорукова. Или Долгорукая, по-разному ее называют. Любовница и, в принципе, будущая жена Александра II. Потом там еще один великий князь, если вы смотрели мою серию романа «Без сопли», вы даже вспомните, какой жил со своей любовницей, уже американкой. Ну и дальше мы выйдем к Летнему саду, там расскажу, погуляем по Фонтанке, по Пестеле и так далее. Все ссылки есть вот там. Осталось немного мест на ноябрь, на Берлин. В октябре есть еще буквально там 1-2. Если вы хотите поехать в Берлин в марте, то, в принципе, можете уже мне писать, попробую набрать группу на март. А на январь, наконец, на Париж еще есть места. То есть пишите, обращайтесь. И, кстати, высказывайте ваши пожелания, куда бы вам хотелось съездить, потому что вот если мне получится съездить в Вену, то я организую тур в Вену. Ну и вот Барселона, Жирона, Кадакис, Фигерас, вот тоже как-то не греет душу, только надо это все мне организовать. Вся информация есть вот там. Ссылка на группу ВКонтакте, на сайт, мой электронный адрес, аккаунт в Инстаграме. Пишите комментарии, на этом все. Увидимся. Пока.